Донбасс, Россия. Общая история. В рамках проекта с таким названием проводятся обменные выставки работ членов союзов художников ЛНР и ДНР. Щелковский историко-краеведческий музей первым принял эти работы. Здесь работы и на военную тему, здесь и жизнеутверждающие пейзажи, здесь и мысли художников, какие-то их поиски, работы разноплановые, это и графика, и живопись, и реалистическое искусство, и какие-то авангардные поиски. Ну, думаю, что каждый зритель что-то для себя найдет интересное. Мы старались, надеюсь, что выставка понравится всем. В выставке также участвуют художники Подмосковья. У жителей Донбасса и России общие традиции, ценности и идеалы. И сегодня это единство делает нас сильнее. Непростое время переживает очередной раз наша страна. А страна у нас единая. Естественно, мы никогда не делили, не делим, делить не будем. У нас общая история. И всегда в лихую годину, даже в годы Великой Отечественной войны, и кинематограф, и художники, и артисты работали. Они по-своему воспроизводили вот те события, которые происходят. Неравнодушный зритель разглядит на картинах и отношение авторов к этим событиям. Образы, изображенные на картине художника Светланы Шиблевой, родились в голове автора еще в 2014 году. Примерно год я создавала эскизы, собирала материал, очень много было видеоматериала. Вот, и мной была в итоге написана такая работа. Она собирательная по образу. Мне хотелось изобразить вот именно вот это богородичное святое воинство, настоящих защитников своей земли, своего дома, сильных духом людей. Выставка «Донбасс, Россия. Общая история» продлится в Щелковском музее до 27 февраля. Спешите посетить. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.